А перед просмотром моего видоса оцени канал Рамиреса. На канале уже 1700 преданных фолловеров, а также разнообразный контент. На канале есть Rocket League, The Long Dark, Minecraft, Tanky Online. Парень рассказывает интересные истории, конечно же, снимает интересные рубрики и старается усовершенствовать свой контент с каждым днем. Переходи по аннотации, которая появилась на вашем экране, или же по ссылочке в описании, и обязательно подписывайся на канал. Всем привет, дорогие подписчики, зрители, гости канала, друзья, с вами Дима Федоров. Сегодня мы играем в Танки Онлайн. Сегодня играю с Саней, поздравляюсь, братуха. Всем привет, друзья. Ну что же, мы на первом сервере, который уже, как я вижу, пингует. У тебя пингует, лагает чуть-чуть или нет? Или только у меня? Нет. Не, у меня все нормально. Да? А это что? Да. Ты лежишь такой, да? Давайте помогу, что ли? Я не помог тебе. Да я переодеваться все равно буду. А, так, что, у меня только пингует, что ли? Вот, да. Короче, друзья, вы, наверное, заметили о том, что у меня, к сожалению, видосов-то очень мало стало на канале, а все потому, что, друзья, вы все знаете, я приболел не знаю чем, не знаю как, не знаю почему. У меня, короче, проблемы с давлением, у меня просто жутко может давление подскочить вверх, ну, очень высокое будет, это хреново, как вы все знаете, ну, наверное, знаете, а может резко, короче, упасть, то есть... Что вообще происходит, не знаю. В понедельник, возможно, пойду к этому, к доктору, буду обследование делать. Короче, друзья, не знаю. Запишу для вас парочку таких видосов 10-минутных. Я думаю, меня на них хватит. Думаю, нормально все будет. Поэтому, друзья, чтобы вы не расслаблялись, чтобы вы меня также не забывали, я буду записывать для вас видосики такие короткометражные, скажем так. Ну и в итоге потом, я думаю, перейдем на более длинные. Короче, друзья, вообще у меня две хороших новости. Первое, это то, что я опять-таки снимаю для вас видос. Вторая — это то, что, друзья, у меня маленький сюрпризик для вас. В общем, договорился я с одной компанией. Компания, ёб твою налево, живет где она там, где она вообще расположена? Питер, да, по-моему? Ты же тоже заказал? Ну, по-моему, либо Москва, либо Питер. Ну, знаешь что, у них, короче, в контактных данных Москва написано, а так вроде Питер. Магазин их, по-моему, в Питере находится. Ну, не, в Питере. Мне, короче, друзья, пришел наконец-таки новый микрофончик, друзья. А микрофончик называется, я вам, наверное, сейчас даже вставлю, короче, фоточку в Samsung. Этот... Samsung. Да, Samsung, друзья, Samsung микрофончик такой вот у нас. А, и, в принципе, я его не подключал, поэтому, друзья, скорее всего, со следующего видоса я все-таки займусь этим подключением, разберусь, как все как там работает, короче. Ну, и мы, конечно же, и будем скоро, друзья, слушать чистый, чистейший звук, без какого либо крика, потому что вы очень-очень много раз мне говорили, типа, не кричи, там, проявляй эмоции более-менее сдержаннее. Ну и в итоге, друзья, я надеюсь, что все это у нас, конечно же, дело пропадет. Так, ладно, Сань, надо, короче, переодеться, это не дело, вы видите, на воспалении вообще тут катаю. Меня смущает маленькая просадка FPS. У тебя нормально точно все? Только у меня, что ли? Да, у меня нормально. Господи, у меня какой-то черный день, вообще черные дни пошли, черная полоса, я, друзья. Я, получается, своего Самсона заберу прямо с Питера. А, Саня же тоже, друзья, заказал такой же Самсон. Получается, ссылочка будет на магазин в описании. Можете, короче, там же найти этот микрофон. Микрофон стоит 7000, друзья. Кто вообще желает, тот может, конечно же, приобрести его. Так, у меня что-то... Ну, у нас режим бога, поэтому... У нас режим бога, друзья, да, поэтому мы можем себе такое позволить. Так, подожди, что-то надо, короче, давайте тигра оденем. Тигр же самая такая вообще жесткая краска, мажорская в танках онлайн. Меня реально бесит маленькая просадка FPS. Чем она связана, тоже не могу понять, друзья. Так вот, у меня черные дни пошли. Так, что, где мой енот? Во-первых, я начинаю что-то вот так вот со здоровьем меня не ахти, что-то какие-то просадки тоже у меня, скажем так, FPS-ные просадки моего давления. Также у меня ком сегодня не с первого раза включился, я был реально в ахере от того, что я увидел, то есть он начал перезагружаться, и потом я уже думал, что все, он больше не загрузится, но он все-таки загрузился. Ну и пингует, я так понимаю, и FPS просаживается. Короче, жесткая какая-то у меня хрень происходит, друзья, надеюсь, пройдет все это. Так, ну... По битве 4-0 уже, Сань. 4-0. Да и хер с ними, господи. 4-0, я в ахере. Друзья, хотели бы зайти за синих, конечно же, но места там нету, сейчас выйдем, так все потеряем, поэтому будем доигрывать, наверное, так. Ничего страшного, 5-0, ахеренно просто. Вот я не понимаю, за синих, которые на последнем месте, крабы сидят, чего они хотят здесь вообще? Голды надеются, что мы скинем? Дестрой, педант, я так понимаю. Кто он? Да, педант. Педантный парень. Я хер знаю, что они хотят, они зашли, просто ни хера не делают, друзья. Не знаю. По-моему, они просто голдов хотят, чтобы мы покидали. Голдов покидали? Ну мы бомжары, у которых нету голдов, к сожалению, пацаны. Нету. Зато есть микрофон Samsung. Да, есть микрофон Samsung, который скоро мы подключим. Да ёб твою налево, меня вот эта вот просадка FPS уже начинает немножко, скажем так, напрягать.
напрягать сильно причем. Потому что вы знаете, что недавно у меня была такая же просадка, это все было связано из-за 10-й винды, сейчас на 8-й винде у меня такая же херня происходит. Что, мать его, происходит, не знаю. Зачем ладно, я верну флаг. Поставил? Че? Семерка ж самая, та самая форева, типа. Ну не знаю, восьмерка у меня изначально стояла, восьмерка да у меня. Ну нахер это восьмерка. Я что-то. У меня что-то, короче, на новом компе стояла десятка. Там понял, короче, типа драйвера слетали, и черный экран был. Mm-hmm. Ну, приходилось винду переустанавливать. Поставил восьмерку. Mm-hmm. Тоже какая-то херня. Поставил семерку, все вообще работает, все пашет, я не знаю, там 6 FPS 200 миллиардов и так далее. Вообще все на изи. Ну кто его знает, Саня? Я не знаю. Хотя многие говорят, типа, вот у меня десятка, все пашет, там как батик, все работает. Хер знает, честно. У меня семерка стоит на том и на том компе, так что мне нормас. Ну давайте, друзья, короче, напишите в комментариях, у кого какая система, лагает ли у вас такая система, что у вас вообще-то за характеристики компа, посмотрим, может, действительно, можно даже на семерку перейду. Но думаю, не сейчас уж точно. Не, если у тебя восьмерка стабильно работает, то это тебе, по сути, и не нужно. Так-то, если подумать. Да я не знаю, стабильно или нестабильно, у меня вот FPS сейчас прыгает. Может, это чуть с компом связано, может, там слабовато что-нибудь. Сань. Ну, хотя у меня видеокарта, я не знаю, за 4000, я не знаю, в 2012 году у меня комп был собран. И, блин, я не знаю, до сих пор танки 60 FPS. Я понимаю, у меня тоже танки 60 FPS. А у тебя видяха там, какая у тебя там, Nvidia, что-то там 600 какая-то, да? Я не помню, но она на 4 гигабайта, а какая я на точно сказать не могу, только я тебе могу сказать то, что у меня таких проблем не было. А вот я, кстати, помню, друзья, вчера комп-то я установил новые драйвера на эту видеокарту. Помнишь, у Микса старый комп, у него как все лагало, который вот как у вас, типа, идентичный, которые были. У него же тоже он лагал, да. Я хз. Ну да, у него он говорил, да, типа, лагает, не знаю почему. Так вот, Сань, вчера я установил новые драйвера, короче, получается, на видеокарту, так, ну, включил, короче, установка была. Это такая больная тема вообще. И в итоге, вот после этих драйверов, у меня такая шняга получилась, может, отказ сделать даже. А у меня, короче, я поставил, ну, вот это вообще больная тема, там драйвера нужны, я так понимаю, видяхи. Я, честно сказать, в этом, ну, я как бы понимаю в этом, блин, но вот у меня видеокарта не Nvidia, то есть у меня на Radeon. Mm-hmm. И получилось так, что у меня нет вот этой программы. То есть от Nvidia там же, знаешь, это автоматическая как бы есть программа. Да-да-да, там на Radeon нужно заново скачать, а на Radeon нужно, да, самому качать. Короче, я как умный Вася, мне было это все лень делать. Я установил такую программу, как Driver Pro, по-моему, Driver Plus, по-моему, я точно не помню, это было полгода назад. Короче, ставлю. Он мне начинает, ну, пишет, что у меня все драйвера старые. Да, это действительно, потому что я не обновлял ничего, думал, нахрен это надо. Ну, как бы, я как бы за новым компом слежу, там все вот это чищу и так далее. За старым не. И что, короче, получилось. Я эту программу думаю, сейчас она мне все обновит и будет вообще на изи-каточке. В итоге все обновляется, доходит до драйверов видеокарты. Перезапускаю комп, черный экран. И не запускается. Ну, бывает такая тема. Кстати, у меня тоже черный экран был. Вот, перед запуском. Когда с второго раза запустился. Именно с видеокартой почему. Там, видать, драйвера неправильно мне подобрала эта программа или что-нибудь такое. И ну, понял я тебя. Слушай, тем временем 6.4 не начинает что-то таскать, Сань. Давай, наверное, полностью сейчас перейдем непосредственно к битве, потому что 3 минуты, они могут 2 флага за 3 минуты вообще на изи увести. Я, кстати, вот давай буквально пару секунд назад вернул прям так жестко флаг, и меня сразу же уничтожили. О, у меня скоро заданка выполнится. Они флаг берут, возят, конечно, на центр, Сань. Надо срочно помочь. Я лечу. По-моему, ты чуть-чуть ошибся. А, ну да, на центр. На центр, ничего не ошибся тут. Мочим. Сейчас одну ему плюху дам. У тебя аптека? Все, отлично, возвращай. Отлично, замечательно. Наши, по идее, должны были... А, наши даже не взяли. Подожди, я вообще с... Я с Zero модулем катаюсь. Ты серьезно, что ли? Охереть ты, блин. Ну да, я, кстати, с этими модулями немножко такая вот лажа, я даже не нажимаю на кнопку, я не знаю, кто в какой теперь защите от меня, я вообще не понимаю, друзья, я не слежу за этим, для меня это действительно какая-то... А вообще наплевать как-то стало, серьезно. Да, для меня это как-то сильно напряжно, смотри, 6-5 уже, Сань, 2 минуты до конца, я не знаю, надо втащить по-любому эту битву, мы эту не должны бросать, это первое, а второе, друзья, пишите, короче, в комментариях, есть ли вообще лаги, то может опять лаги появились, придется откат-то делать, система, потому что, видимо, зря я вчера драйвера установил, короче, на центр уходит опять. То есть, друзья, вы помните, короче, я раньше видосы выпускал, такие маленькие подлаги были. Так вот, если они есть, то пишите, пожалуйста, я сразу же их уберу. А что ты хочешь сказать? Я говорю, флаг вернули. Да, я вижу. Наши везут. Нет, нихера. Нам нужно задефиться, потому что они действительно там. У них база сильная, понимаешь? У них база закрытая, то есть я там вывезу. Хрен куда. Иди в деф. Окей, я в дефе. Я вывез почти. Я на центре, но меня сейчас убьют. Аптека! Я заблочил, как бы, но.
Но как бы аптеки... У меня нет аптеки. У меня вот тоже не наши? Было аптеки. А охеренно просто. Возвратил наш флаг. Замечательно. На флаге пока что. Наших вообще нету. Я не знаю, где они вообще лазят. Команда какая-то слишком непутевая попалась нам. Ну, это правда. Не, ну, конечно, есть парни, которые отрабатывают. И... Есть. Но есть такие, которые херня... Ух, там две минки, я обезвредил. Изи вообще. Наши куда-то опять везут. Тут Изида у нас на флаге. Я пока, наверное, поддефлю, потому что все-таки потерять флаг как бы не особо хочется. О, 10 тысяч осталось, и у меня 100 кристаллов. Кросс. Отлично, мы разобрали полностью весь наш флаг. Я в атаку, короче, Сань. Погнали, я за тобой. Я тоже еду в атаку. Я за тобой. Смоку убей. Блин, она меня так бесит, а. Я не убил ее, там еще молот стоит. Они дефят, уроды. Да, они жестко дефят. А я в деф пойду, пошли нахер. Кстати, у их команды нету от меня практически резиста. Только у троих человек получается, и у того по малому количеству. От моей пушки вообще один чувак 20%. Ну, у меня тоже 30, там 20-20 получается. У нашей команды есть, короче, резист. Блин, какая-то тупая система, друзья. Пишите в комментариях также. Согласны ли вы с моим мнением? Потому что действительно, вот это пока нажмешь на кнопку, пока это все считаешь, пока в голове переваришь, что да как, это так. Что-то сложно для браузера. Очень сложно, игры. Да. Очень сложно. Тем более, я же уже говорил, игроки-то разные есть взрослые. Но я думаю, и взрослые тоже, как и я. Если нам это сложно, вот мы не следим за этим, да. То я не представляю, как маленькие детки. Но это не оскорбление, это чисто как сравнение. Не, ну конечно же, в танке играет тоже, там, не знаю, по-моему, показывали какой-то там видеоблоге, парень, короче, где-то, сколько, трехлетний, по-моему, шафтом управлял. И, кстати, нагибал, Какой трехлетний? Лет 5 ты чё, в 3 года за ком? Вспомни, был же такой видеоблог. Я помню, но вот. Не 3 же года. Я хз, не знаю. Так, друзья, в принципе, что, мы втащили данную каточку, я так понимаю, если не увезут. Если у меня комп в 6 классе только появился, я не представляю теперь, со скольки лет уже в комп садятся дети. Сейчас я, короче, прошелся по школе, но вообще, сколько, буквально... Полгода назад проходился по школе, короче, смотрел у первоклассников айфоны. Я в ахере был. Я в своей, блин, в первом классе я только мечтал, не знаю, там машинку для песка. Все мое желание — это машинка для того, чтобы играть в песке с кем-то там, со своими же друзьями. Я помню, пацаны уже имеют, айфоны, блин. Че, ну. Че? Кнопчатый телефон, у него еще такой экран. Я не знаю, короче, это когда я был в первом классе. И еще, знаешь, такой кнопчатый телефон с маленьким экранчиком, и там было какое-то размытие, то ли туда вода попала, то ли еще что-то. Пол экрана было не видно. Я помню, я так был этому рад телефону. Господи. Сейчас бы уже, наверное, побежал в ремонт и отдавал бы в ремонт за Я бы и не взял. Конечно. Так, друзья, короче, вот такой вот у нас сплэч получился. Вообще, что я хочу сказать. Буду стараться для вас делать видосы. Вот непонятно, что у меня с компом опять из-за этих драйверов ссаных, которые вчера устанавливал полдня. Ну как полдня, просто поставил, короче, не устанавливал, что-то там потом комп выключился. Ну, короче, не знаю, друзья. Пишите комментарии, были маленькие подлаги. Если были, то сделаю откат, конечно же. Ну и, блин, не знаю, ждите, пока я выздоровлю, чтобы делать большие по объему и, конечно же, а по времени видосы, потому что 10-минутные, я понимаю, что не каждому в кайф смотреть. Ну ничего, друзья, пока таким макаром мы будем с вами обходиться. С вами был, конечно же, Дим Федоров, Александр Плей. Подписывайтесь на каналы, пишите в комментариях положительные отзывы, ставьте лайки, и скоро я вернусь. Всем удачи, всем пока. Всем пока.